дальше что идет? Дальше идет тот номер, который программа. Да. Понятно. Вы свободны, все, да? Дальше, все. Да. Свободны, все, ребята, свободны. О, пожалуйста. Всем начало, ровно 7 часов начало. Сейчас у нас налаживаются отношения между Россией и Китаем, и мы как бы первые, кто сделал совместный спектакль. Это театр «Русский балет» и композитор Цзо, который здесь присутствует. Мне в некотором смысле повезло, что мы встретились, и вот появился такой совместный балет. То, что мы выступаем здесь в Крокус-Сити, ну, наверное, значимость этого мероприятие состоит в том, прежде всего, что очень большой интерес. Мы также показываем спектакль на нашей сцене театральной, где мы выступаем обычно, это в Кузьминках. Но, конечно, здесь и аудитория совсем другая. И я не говорю о публике, я даже говорю о размерах этой аудитории. Конечно, это очень ответственно, и, в общем, мы все, в общем, волнуемся. Оркестр, живой оркестр, конечно, ни с чем не может сравниться, ни с какой записью, и поэтому это еще определенные эмоции, и я думаю, и у публики тоже это вызовет определенные эмоции. Вообще живая музыка — это совсем не то, что фонограмма. И мы радуемся тому, что вот именно в этом зале живой оркестр и спектакль, который уже стал, можно сказать, визитной карточкой русского балета в Китае, потому что мы делали премьеру в свое время в Китае. И там тоже очень большой интерес вызвал этот спектакль. Мы практически выступали на всех партийных конференциях и съездах с этим спектаклем, потому что они просили каждый раз. Ну вот вы слышите, в общем, понятно, что это не русская музыка. И я этот национальный колорит постарался передать в хореографии. Художник у нас, кстати, китаец, поэтому костюмы оригинальные. А вот что касается хореографии, это мне пришлось и много посмотреть, многому поучиться, прежде чем ставить этот спектакль. Ну, китайской публике понравилось, они приняли это как свой спектакль, так что это большая оценка. Сам Вячеслав Михайлович для меня это, ну, кумир просто. Я очень его люблю и полностью ему доверил это, поставить этот балет. Ну, вот, так сказать, у нас был премьера в Пекине. Был в самом лучшем зале. Это такой дом народного собрания, как дворец съездов. Был успех невероятный тогда. Было 6 тысяч, публика была 6 тысяч. Потом мы сделали тур, 20 выступлений по Китаю. Тоже успех большой. Но сейчас восстановили, я просто буду рад. Это как бы новая редакция. И называться по-другому. Сейчас называется «Девушка и дракон». Раньше назывался «Течет речка». По версии китайской народной песни, которую каждый китайец знает. И в этом балете используют эту мелодию. И она очень красивая и очень популярна. Это китайская сказка о любви, добре, ненависти. Залы всегда безумно переполненные, но китайцы – народ очень сдержанный. И когда мы приезжаем к ним на гастроли, всегда приходится их даже немножко воспитывать, потому что они не знают, когда хлопать, можно ли хлопать. И они, когда мы заканчиваем, и сначала пауза, и они: можно хлопать, нельзя хлопать. Но уже когда совсем к ним подходишь и уже начинаешь кланяться, они, конечно, понимают, что нужно, конечно, проаплодировать. Вот. А так они, конечно, очень сдержаны в аплодисментах. Вот. Благодарней наших русских и российских зрителей я, конечно, ну, не встречала. Очевидно, Китай – это огромная страна, бесконечное количество театров, огромное количество зрителей. И что это, очевидно, перспектива для русского балета, для наших гастролей в Китае. Ну и когда мы поближе познакомились с Виктором Цзо, мы живем недалеко друг от друга, то я узнал, что он пишет музыку.
И я стал сразу ему говорить о том, что Виктор, давай напиши музыку к балету. Давайте найдем сюжет китайский. Вячеслав Михайлович талантливый балетмейстер. Прекрасная труппа русского балета. И состоится спектакль, который может поразить воображение. Замечательно то, что содружество композитора китайца и блистательного балетмейстера Вячеслава Гордеева и дало право создать во времени то, что сейчас все восхищаются. Балет, я думаю, что он будет жить во времени много и долго, и счастливо. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Вы знаете, я считаю, что это чудесно. Вот просто чудесно, что мы имеем такой подарок в Москве. Подарок в Москве, я думаю, что и Китайской Республике, те, кто сегодня представляет и посольство, так сказать, послы мира, кто работает здесь в Москве, спектакль просто вот действительно и для души, и в гармонии культуры, высокой культуры. Ну, конечно, мы знаем Вячеслава Гордеева, это замечательный танцовщик и постановщик, сценарист. Но все, просто я считаю, что вот для такого первого, я не знаю, наверное, опыта, и прекрасный композитор. Я очень благодарна строителям, организаторам и всем-всем артистам и руководителям за этот прекрасный спектакль. Я посмотрела первое отделение, очень довольна. Это музыкально, прекрасная музыка, прекрасные артисты, очень красивые костюмы. Я сама профессионал балетный, и мне особенно интересно. Очень жду с нетерпением второго отделения. Спасибо большое. Спасибо Гордееву за этот великолепный балет. Прекрасно танцуют, исполняют свои главные роли все танцовщики и все балерины. Постановка понравилась, я в восторге, великолепный зал. Все здесь нравится, поэтому мы рады, что сегодня так проводим вечер. Я очень рада, что мы попали сюда, и у нас появилась возможность привести детей из Красногорской балетной школы «Вдохновение». Мы родители и очень благодарны Виктору Петровичу и Вячеславу Гордееву за возможность сегодня здесь присутствовать. Я вас поздравляю, желаю успехов и надеюсь, что наши дети тоже смогут когда-нибудь танцевать в вашей труппе. Вот китайская культура такая загадочная и непонятная. Вот посмотрев этот балет, она как-то становится ближе, понимаешь вот эту их любовь, их особенности какого-то подхода к изображению, к прочувствованию пространства. Очень понравилась музыка, ну и, безусловно, как танцевали. Прекрасная постановка, спасибо большое. Знаете, в этом спектакле замечательная музыка. Такие мелодии хорошие, и все в таком стиле, в национальном. Вот. И, конечно, хореография. Ясная, понятная. Исполнители просто великолепные, высокопрофессиональные. Мне очень нравится. Вот после впечатления, после первого отделения, надеюсь, что во втором отделении будет что-то еще более потрясающее.